Если вас искусали комары, и вы не знаете, что делать с этим, то досмотрите ролик до конца. Если вы думаете, что комар — это безобидное существо, то вы ошибаетесь. Комары являются переносчиками различных инфекций через кровь, которые в некоторых случаях могут привести к заражению кровью человека. Поэтому обрабатываем место укуса антисептиком, после чего берем масло чайного дерева и намазываем на воспаленные участки. Данное масло очень хорошо снимает зуд, воспаление от укусов и предотвращает вероятность заражения инфекцией. Комар, кстати, укусил меня за лицо, поэтому если хотите увидеть, то переходите в мой инстаграм. Строго 18+.